Новый вирус чаще атакует людей на пятом и шестом десятках жизни. В меньшинстве – дети и подростки. Таких пациентов насчитали 650 с конца марта. Женщины болеют чаще. Антилидером по числу заражений остается Тирасполь. Там больше 5500 инфицированных. Следом идут Бендеры. По данным на 14 декабря у нас зарегистрировано 3180 коронаслучаев. Меньше всего зараженных в Каменке – всего 370. И Днестровске – 468 человек. Еще статистика. Уровень смертности в Приднестровье один из самых низких – 2% от числа заболевших. В то же время с увеличением темпов распространения заболевания растет и число жертв. С начала пандемии коронавирус унес жизни 348 приднестровцев. Большинство пациентов из возрастной категории 57-70 лет, имевших сопутствующие хронические заболевания. А между тем, британские ученые заявляют о новом коронавирусе, который распространяется быстрее, чем уже известные варианты, но не вызывает тяжелого течения болезни. Уже зафиксировано порядка 1000 заражений в 60 южных районах Англии. Эксперты полагают, что вирус вышел за пределы британского острова, так как похожие мутации наблюдаются и в других странах Европы.